Бьянка снова в центре внимания благодаря новому выпуску сплетней Шейкера на Муз-ТВ. Новость о том, что она потратила 3 миллиона на красоту, 5 миллионов в суде, вызвала интерес у ее поклонников. Неприятный Пилягин умудрился подобрать ужасные ингредиенты для коктейля, который предложил Бьянке. Она даже назвала его коктейлем для врага. Но насколько брезгливо она оказалась на самом деле. Ведущий смог узнать историю про литры жира, которые откачали у певицы, и даже задал вопрос, который заинтриговали зрителей. Когда запоет Иосиф Пригожин? Есть ли разница между Бьянкой и Бейонсе? И многое другое. Узнайте ответы на эти и другие интересные вопросы. Следите за сплетней Шейкером на Муз-ТВ и наслаждайтесь обществом. РНБ Королевы. До свидания.